Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Добро пожаловать в новый сезон. И как видите, дорогие друзья, участники в этом конкурсе – это победители в старый конкурс, которые участвовали до этого, которые они очень хорошие художники, профессионалы, и которые у них работа очень достойна. Буду рассказать вам три картинки, которые я выбирал. Давайте сейчас посмотрим первую картинку. И как вы видите, дорогие друзья, смотрите внимательно на эту картинку. Ребенок и море, и пляж. Она красивая, но она опасная. Земля – это надежная. Чувствуешь себя, твердо стоишь на твердой земле. Но все равно ребенок играет. И веселый, и счастливый. Художник нам дал, может быть, простая картина, но она очень сильно глубокая. Для меня именно. Она очень глубокая. Ребенок играет между два разные вещи. Это земля и вода, море. Это опасность, как море выглядит красиво, но она очень опасная. Но ребенок играет, и он очень удоволен и веселый, потому что родители, потому что его родители близко к нему, потому что они наблюдают для него. Мы не видим в картинке самые главные герои в этой картинке – это родители. А у нас вторая картинка – это как природа. Горы, дерево, озеро, море, цветы, зелень, небо. Мне кажется, сам художник сценировался, чтобы показать, что это как реально, у него получилось. Это такой уровень красиво и душевное, и глубокое для такой степени, что она действительно очень красивая и выглядит как настоящая фотография, как будто мы фотографировали просто. Огромное спасибо за эту картинку. И третья картинка у нас девушка. И пользовали просто цвет черный, белый, тень. И получается у нас, что художник играет очень просто, ну точно. И красиво, и показывает свое мастерство в этой картинке. Действительно, очень красиво. Наблюдаем на глаза, цвет волос. Все выглядит так очень красиво и чудесно. И слов не хватает, чтобы обсуждать наши художники в этот конкурс. Реально много красивой работы. Я извиняюсь, что я не могу обсуждать много картинок, но я выбрал три картинки, которые мне больше всего понравились. Ну, и буду вам показать остальные фотографии, которые и картинки, которые у нас, которые действительно они заслуживают очень высокие баллы. Спасибо вам. Давайте посмотрим вместе.
И как видите, дорогие друзья, что у нас в этот конкурс очень классные художники, которые показывают свое мастерство, и талант, и душа, и любовь, и все чувства, которые у них. И самое главное, что у нас в этот конкурс участвует молодежь, которая показывает свой талант, и надеюсь, что в будущем у них будет появляется этот талант побольше и лучше, и они будут настоящие художники. И спасибо всем участникам, которые участвовали с нами. Встретимся с вами в новый сезон. С вами был Анас Казабаргут из Арабских Эмиратов. Счастливого вам. До свидания.